Всем здравствуйте! Готовим сегодня творожный кекс. Очень вкусный, простой в приготовлении и очень-очень вкусный. Нам потребуется 2 пачки творога, здесь 360 грамм, 200 грамм муки, пакетик разрыхлителя, щепотка соли, 5 яиц, 160 грамм сахара, можно взять и 200, если любите сладенькое, и 100 грамм растопленного сливочного масла, охлажденного. В миску вбиваем яйца, ложим творог. Если творог у вас рассыпчатый, его нужно будет или перетереть через сито, или погружным блендером. У меня такой творог пастообразный, поэтому я не буду его пробивать. Добавим соль, щепотку сюда, и сахар. И перемешать нужно. Я его не буду пробивать, потому что мне нравятся кусочки творога. Вот такое получается однородное тесто. Теперь сюда просеиваем муку с разрыхлителем. Просеяли муку, и теперь нужно перемешать. В конце добавим растопленное сливочное масло. Оно должно быть охлажденное. Все, перемешиваем. Перемешали, и теперь добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. И тесто наше будет готово. Так, тесто наше готово. Вот такое оно. Хорошее, эластичное. И сейчас мы перекладываем в смазанную форму. Распределяем тесто по форме, разравниваем и убираем в разогретую духовку 180 градусов на 40-45 минут. Как только хорошо подрумянится, проверьте пропеченность сухой спичкой или палочкой, и можно будет доставать. Отправляем. Ну, вот такой красавец получился. Сейчас я дам немножко остыть. И потом извлеку из формы и посыплю сахарной пудрой. Ну и вот готов. Очень вкусный. Вот такая текстура. Нужно только полностью остудить его. Он еще теплый. Очень нежный. Пахнет бесподобно. Приготовьте такой кексик. Очень вкусно. Ну, вот такой кекс. Рецептик оставлю под видео.